у нас кило 300 бедра индейки, которые нарезаем на небольшие квадратики, такие как на гуляш вы себе готовите, вот на вот такие вот порционные кусочки. Друзья, поставили сковородку на максимальный огонь и наливаем обильно подсолнечного масла, обильненько. И даем маслу хорошенько нагреться. Так, друзья, масло сильно подогрелось. И опускаем туда мясо в несколько этапов. Так мясо будет быстрее выделять влагу, и влага, соответственно, быстрее будет паряться. Так, следующий этап. И третий этап. Остачу мясо. Загружаем. И проделываем все то же самое. Смотрите, мясо выделило столько сока. Теперь весь этот сок выпариваем и обжариваем мясо до золотистой корочки. Пока выпаривается жидкость из мяса, мы с вами нарежем лук. Нарезаем его тоже не особо мелко. Лука нам понадобится где-то 350 грамм. У меня вот две такие большие луковицы, огромные. Если у вас меньше, значит, берите 3 луковицы. Ну и, соответственно, если еще меньше, там 4-5, смотрите сами. Мясо уже обжарилось, и добавляем сюда лук, друзья. Не забывайте, что мясо жарить надо было на большом-большом огне. А сейчас уменьшаем огонь до среднего. Друзья, пока мясо жарится, берем килограмм помидоров, делаем насечки на каждом помидоре. Водичка уже тоже в чайнике закипает. И, друзья, заливаем кипятком полностью, чтобы покрыла вода помидоры. И отставляем на 5 минуточек постоять. Теперь добавляю 3 столовые ложки аджики. У меня аджика не острая, такая средней остроты, значит 3. Если у вас острая, можете одну добавить. И 2 ложки томатной пасты. Вот такие вот полные с горкой. И все тщательно перемешиваем, чтобы каждый кусочек мяса и лучок полностью обволокся в аджику и в томатную пасту. Ну и, соответственно, чтобы приторный вкус томатной пасты выветрился. Все, и так обжариваем несколько минут. Друзья, на этом этапе это уже так аппетитно выглядит и запах такой прекрасный. Но это еще не все. Теперь очищаем помидорки. Вот. О, хорошо чистится. Отлично. Ну а помидоры, друзья, перемалываем, перебиваем полностью погружным блендером. Друзья, и заливаем все помидорами. Хорошенько перемешивайте. И тушим, друзья, минут 5-7. Подсаливаем, друзья, по вкусу. У меня это где-то чуть больше чайной ложки. И перемешиваем. Наступило, друзья, время зелени. У нас тут обязательно базилик, петрушка. Ну и я добавляю от себя укроп, мы его любим. Выдавливаю чеснок. Вот, смотрите, друзья, у нас получается немножко густоватое. Значит, сюда добавляю 100 мл воды. И оставляем протушиться на 10-15 минут. Вот, друзья, наше знаменитое грузинское блюдо чашушули из индейки готово. Вы посмотрите, какая это красота и прелесть. А запах, жаль, что нельзя вам передать через экран. Берем лавашек, хлебушек. Смотрите, друзья, вот это красота.
Это просто произведение искусства. И такое впечатление, как будто я побывал в Грузии, друзья. Готовьтесь, всем мира добра, до новых встреч.